Это мы, смешарики. Мы довольно дружно живем в своей стране. И с нами часто случаются разные истории и приключения. А знаешь ли ты, как мы появились на свет? И как вообще создаются мультфильмы? Как создаются мультфильмы? Дубль один. Сначала нужно придумать, каким должен быть персонаж и как он выглядит. Потом быстренько, пока не забыли, рисуем то, что придумали. Теперь персонажу необходим окружающий его мир. Попробуй и ты свои силы в этом сложном, но очень интересном деле. Сделай свой собственный мультфильм. Снимаем! Так, начинаем. Погнали! Погнали! Как создаются мультфильмы? Дубль два!